для тех упоротых, которые верят в статистику Российской Федерации по потерям, сообщаю следующую информацию. Ребята, вас наебывают, по-другому не скажешь. На сегодняшний день, на 21 день войны, было уничтожено, это то, что подтверждено, естественно, не могут же посчитать тех, кого убило градами, пушками и так далее, на той стороне. То есть посчитали тех, кого нашли здесь. Значит, нашли около 13 800 убитыми, это пехоты, личный состав, 430 танков, 1375 бронированных машин, 84 самолета, 108 вертолетов. Вот, автомобильные техники почти под 1000, 3 корабля или катера, там цистерны с топливом 60, ну и прочее. Вот. Ну, не знаю, может быть, русским все равно, и бабы новых нарожают. Вот. Ну, как-то... А может быть, и ждут, что получат страховку, наконец-то рассчитаются за свои кредиты. Вот. А вместо тех, которые стали непригодными, наплодят новых. Ну, может быть, у них это получится. Хотя в тех условиях, которые у них сейчас будут на России, то вряд ли тех, кого они заново нарожают, будет чем кормить.